Всем привет, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Факторио. Так, в этой серии я бы хотел немножко увеличить производство железа, но для этого нам нужно побольше производить именно стальных балок, потому что увеличение производства этого самого железа пойдет путем установки стальных печей или печь. Для одной печи нужно 8 стальных балок. Поскольку производство стали идет, как видите, очень медленно, нам нужно построить еще штук 3. Ну, чтобы было штук 3 каменных печек. О, как раз тут влезают. Отлично. Так, нам нужно много конвейеров. Для этого нужно много железа. Вот так. Также нам пригодятся вот такая штука. Вот такая штука. Тут поставим столбик. Даже мы его поставим вровень с этим столбиком. Нам нужны еще 2 настраиваемых манипулятора. И знаете что? Мы сделаем вот так. Хитрее. Нам даже не нужно столько этих манипуляторов. Нам один хватит. Он будет делать вот так. Сразу тебе говорим. Давай нам только уголь. Дальше уголек пойдет у нас сюда. Текст тут ставим так и вот так. Все. Так, пошла загрузка, только сюда еще нету. А что, если я поставлю вот так? Будет загружать? Нет, не будет. Нужно тут поменять немножко расклад. А вот так. Все, пошла жара. И еще вот тут. Вот так. Текст, тебе чего не хватает? Понятно. Это что-то лишнее у нас тут было. А тебе не хватает электроэнергии. Ну, мы сейчас сделаем вот так. Вот так вот. И тут еще нужно. Давайте закажем себе побольше столбиков. Так, ты загружай сюда. Так, ты неправильно стоишь. Ты тоже неправильно стоишь. И ты тоже. Ага, нет, стоп. Вот так. А, не-не-не-не. Тут все нормально. Все нормально. Тут выгрузка идет. Все правильно. Хорошо. Так, тут можно позабирать. Ага, больше нету. Так, загрузка. Отлично, везде все работает. Тут, ты загружаешь сталь уже. Тебе нужно загружать железо. Во, все, пошло дело. Так, а тут, оно соединено вот через эту. Вот так, еще сделаем один альтернативный путь. И давайте еще одну лабу я хочу поставить. Вроде бы 6 нужно, или сколько, я опять забыл посмотреть. Сколько для вот такого расклада, для такой комбинации нужно ставить лабораторий. Вот тут как раз хватает питания. Вот. Тут работаем потихоньку. О, электроэнергии уже не хватает. Да, видите, полная нагрузка пошла. Значит, нужно поставить хотя бы 2 движка паровых, чтобы нам производили побольше электроэнергии. Либо же проблема с нагревом. Да, проблема с нагревом 67 градусов. Значит, нужны не движки, нужны бойлеры. Раз, два, три. 4. Движки мы тоже поставим.
один сюда поставим, а другой где-то там позже. Дальше. Так, здесь вообще не нужно. Вот так пойдет. Водичка холодная. Водичка. Так, это нужно сместить. Нужно еще труб. Сюда. И труба пойдет вот сюда. А тут нам нужны загрузка. Так, тебя оставим где-то тут. Ага, стену мы достроили до этого момента. Так, все, пошло 100 градусов. Вода идет сюда, нагревается. Идет сюда дальше. Тут тоже нагревается. И идет она сюда. Хотя, может, я неправильно сделал. Может, это нужно сюда холодное. И сюда холодное заходит. А тут уже выходит в два потока горячее. Я не знаю, нужно тоже пересмотреть эту схему. Но вроде все работает правильно. Видите, 100 градусов оно держит. Тут 90, а тут уже 100. Вроде должно все работать. Ну, если что, увидим. Если что, поменяем. Это не страшно. Электроэнергии пока что хватает. Так. Посмотрим, что мы там уже... Есть 50 стальных балок. Отлично. Так. Нужен еще один, наверное, поток железки. Вот тут ставить. Но это уже будет остальными печами. Мы будем это ставить. Пока что подождем. Я думаю. Вот. Наконец-то они создались. Так, переработка нефти подождет. Ворота тоже пока что не сильно-то и нужны. Давайте продвину эту электронику. Там же процессоры всякие и так дальше пойдут. Теперь мы будем создавать себе. Магазины бронебойные тоже бы неплохо было создать. Ну ладно, пока обойдемся обычными. Атаки не идут. От первых атак можно отбиваться еще обычными патронами, а потом дальше уже пойдут лазерные турельки. Может, даже вот таких простых мелкокорабельных не будем и делать. Так, стальная печь. Нужно кирпичи. Стоп. Ага, тут идут кирпичи просто. Ясно. А кирпичей-то нету. Даже можно не убирать, можно вот так поставить. Потом, если что, развернуть. Так, кирпичи. Ну, пока кирпичи у нас производятся. Тут уже нету камня. Нужно переставить этот механизм. Поставим пока что вот так. 1000 камня он выкачает. Все, пошли ставить стены. И я бы, знаете, что хотел. Стальной инструмент еще себе сделаю один. Тут кирка скоро, она поломается. А стальным инструментом намного быстрее все это делается. Вырубаются деревья. Эх, блин, кусочек не хватило. Так, тут я вижу проблема с углем. Хорошо, своевременно это мы заметили. Мы поставим еще одну штуку, которая будет нам добывать. Но для этого нужен, опять-таки, нужно железо. Так, тут уже нету железа. Пошел дефицит. Лазерные турели, да? А нет, это просто открывается. Возможность исследований. Ладно, пока что не будем. Вот. Ускоренные конвейеры, быстрые. Есть три типа конвейеров. Обычный, вот медленный, есть быстрый и есть супер быстрый. Так, тут пока что хватает всего. Вот, одной мне хватит. Видите, опять проблема с железом. Эта проблема нас будет преследовать очень еще долго. Так. Столбик.
столбик у нас пойдет. Вот так. И пойдет у нас... И не хватает, как всегда. Сделаем еще. Вот так вот. Все, теперь думаю, должно хватать. Так, еще лампочек бы поставить. Как раз две сделаем. Пока на это есть ресурсы. Но тут хватает угля, вот здесь не хватает. Но сейчас увеличится производство в два раза, что должно, по идее, хватать. Так, уже первый загрузился. Ну и сейчас эти тоже загрузятся. С этим проблемы не будет. Так, тут, пожалуйста, мне осветить. И тут тоже, пожалуйста, подсветочку мне. Вот так. Так, пойдем еще возьмем стен. А, стен нету. Пожалуйста, произведи мне немножко. Камни возьмем и создадим 4 стальных печи. Так, стальные балки. Инструмент пока пусть здесь лежит. Вот так поменяли, хорошо. Вот, смотрите, скорость производства этой обычной каменной 1 единичка. Здесь же скорость производства 2. То есть оно создает намного быстрее. Даже можно посмотреть, видите, как медленно оно лезет. А тут вжик. И все, и готово. Сейчас тут разгрузится немножко конвейер. Так, что-то там не хватает, уже вижу угля каменного. Хорошо, сейчас добавим. Тут еще есть немножко железкой на выработку. Так, тут все равно не хватает, значит еще одну нужно. Опять железа нету. Сейчас мы заберем себе железо. И вот таких штук. Так, тут бы хорошо все это вырубать, этот лес. Вот так. Вырубаем. Такое медитативное занятие. Или медитативный. Так. Вот так еще. Оп. 3 раза увеличили производство, но теперь-то хватит. Да, не хватает тут теперь электричества. Вот опять проседает немножко. Потом печи еще будут лучше, будут стальные, нет, не стальные, а электропечи. Они будут работать на электричестве. Будут еще быстрее все это производить нам. Так, стены. И, пожалуйста, развернись. Камни мне тоже. Нужно там поменять, заменить все эти печки. Печки уходят сюда. Раньше вроде бы... Чтобы создать стальную печь, нужна была каменная, как элемент крафта, что ли. А, нет, это для твердотопливных бойлеров они нужны. Я перепутал, извиняюсь. Так что те, которые мы будем снимать, они нам пригодятся при производстве бойлеров. Так что все хорошо, все нормально. Их не нужно будет выбрасывать. Хорошо. Очередное исследование готово. Солнечные панели. Ну, солнечная энергия, она работает только ночью. Пусть лаборатории немножко побыстрее работают. Прокачаем эффективность. Вот, все, теперь у нас тут полностью. Вот, смотрим. Полностью все закрыто. Тут закрыто, тут тоже все закрыто. К нам с запада не приберутся. Теперь только
Осталось север. Вот тут тоже стену отбабахать. От озера до моря. И все будет хорошо. С нашей безопасностью. Так. Я вижу, опять не хватает угля. Что ж, жрет это так, этот уголь. Но тут сейчас настекается, конечно. Все будет нормально. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Будем потихоньку прорубать себе путь на север, чтобы тут бегать, если что, быстро. Не застревать. Так, а я еще одну стальную сделаю, пока рублю. Пусть крафт идет. Так, теперь у нас поломался инструмент. Ставим стальной. И вот скорость намного быстрее. Сейчас мы тут быстро прорубим себе дорожку на север. Так, и вот где-то вот тут уже можно начинать строительство. Вот отсюда пойдет. Геноцид леса производим. Вот. И поставим тут уже стену, чтобы знать, где потом ее выстраивать. Так, тут еще расчистим. Вот, хорошо. Так, уголь уже тут начал стекаться, хорошо. Сюда бы закинуть угля. Так, не хватает пока что. Так. Правда, тут железо тоже есть в больших количествах. Все. О, стали у нас уже полно. Так что можно бронебойных магазинов немножко себе сделать. Эти снимем. Эти будем использовать для портативных вот этих мелкокалиберных турелек. Ну, сделаем себе штуки две, поставим на самом таком опасном направлении. Не знаю, откуда нас будут атаковать, но можно пойти себе на разведку, посмотреть, что там с чем-то. Давайте так и сделаем, потому что вот эти даже стальные печи, они производят больше загрязнений, так что сейчас жучки нас будут атаковать, начинать. Вот откроем. Давайте закроем, чтобы никто не пришел. Блин, ночь. Я, конечно, выбрал отличный момент, чтобы идти на разведку. О, есть. Вот оно. Первое гнездо, которое мы нашли. Можно его даже расстрелять, подойти. Но вот одно стоит здесь. Но я не хочу их провоцировать. Просто тут такая система интересная. Чем больше вы убиваете этих жуков, тем они сильнее становятся. Там в конце потом уже такие огромные, не то что просто грызут строение или вас, они даже плюются издалека. А вот и второй. Ха-ха. Но тоже гнездо маленькое, нам повезло. И тут гнезда маленькие, значит, атаки будут идти тоже маленькие. Правда, они могут возникать, эти гнезда, наново. Если вы, конечно, уничтожите какое-то из них. Так, я не выйду прям на них, на жуков. Вроде бы не выйду. Так. Эй, я не нужно мне называть. Сидят тут, охраняют ресурсы. Но у нас меди полно. Вижу, есть тут еще месторождение нефти. Так, закрыть, пожалуйста.
Пока бегаем еще мне бронебоек. Можно поставить даже заводик. Где-то тут недалеко. Это все, конечно, хорошо, но производство стали нам нужно вынести отсюда. Тут будет производиться только железо. Вот и железа уже начало не хватать. Печки работают вовсю. Так, закинуть тебе еще. Тебе еще закинуть. Тебе половинку. Вот так. Тебе закинем. Больше нету. Дерево нужно выгрузить. Давайте создадим еще один деревянный ящик. Вот тут он. Поставим еще печки на сталь. Вот так. И вот так. Ящик деревянный. А вот тут мы складываем все это барахло. Один, ну, половину стека оставим. Закажем столбиков, пусть себе, пусть они произведутся, пусть они у нас будут. Хорошо. Так, нужно увеличить производство железа, железной руды, точнее. Создадим еще две эти штуки. Так, они будут отсюда. Отсюда. И пойдет как-то вот сюда. Вот так. Все. И тут соединяем. Вот и пошло железо. Так, колбочек хватает. Заберем железку. Заберем сталь еще. Так, теперь нужно придумать, где мы будем производить сталь. Так, чтобы она шла отдельно. Три печи, я думаю, хватит на сталь пока что. Сталь также будет использоваться при производстве синих колбочек. Вот тут следующий уровень. Но оно будет, будем там делать так отдельно. Производство стали, оно будет там сразу из железа производиться. Не будем ее гнать вот отсюда прям. Сталь можно железо, например, тут разделить поток. Либо просто поставить умный манипулятор. Он будет перекидывать сюда железо. Железо будет идти на север. Будет соединяться как-то вот с этим углем, который тоже умным манипулятором. А, он тут уже идет умный манипулятор, тоже будет перекидываться сюда на один поток. И тут будут стоять стальные печи. Так, давайте прикинем уже немножко, будем это все делать. Так, отсюда будет загружаться. Так, сюда, пожалуйста. Вот так, потом раз, два, три, тут будет выгружаться. Нет, раз, два, ставим вот такую. Ага, тут будет выгрузка идти. Например, сюда, значит, вот этот поток нам придется немножко сместить. Ну, обратить его сюда и вот так, чтобы оно там шло в обход. Тут ничего страшного в этом нету. Если мы так пустим. В обход пусть оно пойдет у нас где-то вот тут прям. Немножко далековато все это дело будет идти, но ничего страшного. Так, мне нужно железо, как всегда. И мне нужны очень много конвейеров. Хорошо. Так, тут пойдет. Медь тоже нужно будет как-то вот так югом пустить, на юг. И вот тут соединиться вместе с железом. Что у нас тут пойдут совершенно другие
оттоки. Так, эффективность лаборатории исследована. Можно еще? Давайте еще разок исследуем. Потому что мы сейчас занимаемся такими делами, более, можно сказать, организационными. То есть нужно все это сделать как-то более, более продуктивно, что ли. Более красиво. И тут оно пойдет сюда. Ох, уже кончились. Ну, хорошо. Значит, мы тут останавливаем производство. И вот так. Здесь будем разбирать понемножку всю эту систему. Так, вот так. И оно там потихоньку себе доработается, переработается. Ну, быстро разбирается все. Так, поток пошел сюда. Тут пока не будем соединять. Вот так оно пошло. Тут опять немножко некрасиво все будет. Так, дайте мне еще конвейеров. Пока что хватит. Оп. Тут соединим. Быстренько побежали наверх. Побежали. Оно идет сюда, идет. Тут оно соединится. Опа, хорошо. И тут пойдет дальше. Себе по своим делам. Эту всю фигню мы разбираем. Хотя можно оставить. Но я думаю, мы пустим тоже вниз. Производство стали. Пока что будем собирать его в ящик, наверное. Так, тут, пожалуйста, мне нагрузить на обе стороны. Вот так. Чтобы оно шло более-менее равномерно. Хотя оно нормально идет. Ну, пусть идет так. Так мне больше нравится. Хорошо. Сейчас будет тут все хватать. Производство камня. Я думаю, хватит мне этого камня. Все, теперь стены нужны. Да. Я даже вот этих 40, наверное, закину сюда. Пусть оно обрабатывается. Так, теперь нужно придумать. Нужно придумать, как все это дальше делать. Тут у нас пойдет медь будет сюда выгружаться. Тут мы разъединим, тут мы соберем. Медь пойдет сюда. Так. Тут она пусть доработается пока что. Быстренько дальше. Тут, наверное, пойдут еще остальные, хотя остальные печи можно тут еще поставить с той стороны. Вот тут поток один пустить. Будет нормально. Наверное. Точно не знаю. Все это нужно так-то продумать, чтобы все было красиво и эффективно. Железка пойдет у нас сюда. Железка вот так оно пойдет. Дальше на юг. Тут разбираем. Тут разбираем. И оно все сейчас тут выработается. Хорошо. Уголек пойдет сюда. И железо. Железо прям можно брать вот отсюда. Даже не разделять тут поток на два. А можно и разделить. Какая разница?
Можно вот тут где-то разделить его. Так, мне нужен еще один разделитель. Вот так. Тикс. Это пока что все разбираем. Разбираем. Все это будем делать как-то более красиво. Более продумано. Так, тут оголек пока не нужен. И тут тоже все вот так сделаем. Хорошо, ребята, встретимся уже в следующей серии, где проработаем производство стали и будем заниматься другими делами. А на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.